Здорово всем подписчикам, с вами Рязан, и я впервые играю в игру Tactical International. Режим, где нужно доставить персону и остановить террористов. Сейчас я выскочу из нашей машины. Так, я играю на американском сервере. Вот, мы тут... Ух ты, террористу ногу оторвало. Нет! Куда ты... Черт, VIP убили, но мы выиграли, как ни странно. Как вы видите, 2-2. Действительно, я первый раз играю в эту игру, и что я могу сказать? Это реально классная игра, мне очень понравилась. Она от создателя... Так, давайте я потише сделаю. Очень-очень громко американцы говорят. Так, пожалуйста, ребята, давайте потише. В общем, игра от создателя Counter-Strike. Я опять за рулем. Режим, как я понял, здесь нам нужно сопроводить какого-то там депутата, а террористы пытаются нас остановить. Еще мы меняемся сторонами. Так, что, сука? Давайте, ребята, стреляйте по ним. Что здесь загоняет этот америкос? Почему я сейчас играю на американском сервере, а, допустим, не на русском? Ой! Охереть! Во-первых, потому что я играю сейчас в 5 часов утра, и на европейских и на русских серверах вообще никого нет, вообще никого вы не представляете, но там 0 игроков. Всего в игру сейчас играет около 300 человек, все, больше... Блин, какие же здесь замесы нереальные, черт, мы застряли! Давайте. Так, Фил. Давайте, я думаю... Что это? Что ты несешь? Блин, мне интересно, да, что говорить в этой игре? Ну-ка. Гайс. Нет, не то. Как же нам на что говорить? Так, ох! Он там спотыкался, но он дошел. Так, мне интересно, да, что говорить в этой игре? Ну-ка. Так, войс. Что-то типа с войсом связанное. А, вот войс коммуникейшн. Что-то какая-то странная кнопочка. Давайте на К поставим, допустим. Hello, guys. I'm Russia. Зря я это сказал, наверное. Все, теперь мы играем за террористов. Так, блин, как же они прикольно здесь разговаривают и воюем мы. Ну, блин, как-то надо здесь чат, наверное, ограничивать по количеству диалогов, а то эти американцы только и трендят. Гоните, ребятки! Быстрее, нужно гнать. Блин, мне игра очень понравилась. Единственное, что здесь очень много доната, и пушки за либо покупаются за реальные бабки, либо за игровую валюту, я немножко не понял. Но у меня там наиграно было немного совсем. Вот, поэтому я себе калаш купил. Давай, куда ты? Ну быстрей, он уедет сейчас. Ох! Как он его сбил. Так, цель. Цель уходит. Так, Рязан плюс Лоун Волф. Убили чувака. Так, вот он еще один. Еще одно. Подождите. Мы выиграли, опять же. 1-6, разрываем всех. У меня 103-2, но я первый раз играю. Так, я хочу быть пассажиром, да. Мне не нравится водить, мне нравится сидеть и стрелять. Вот что мне нравится делать. Поехали. Можно выглядывать вот так вот на Q, на E. Ну, на E выглядываем, потому что вот с этой стороны. Поехали. Ох, там чувака сбили. Посмотрите, просто расхерачили их. Тормози. Стреляем. Знаете как, в лихих 90-х. Бригада. Все дела. Ай, меня убили. Блин, там их реально жестко зажали. И у меня открылось новое достижение. Первое достижение. Я так слово сказал первое, так с акцентом на слово на первое пе вот это. О боже, тут еще на вертолете можно летать, да ладно. Блин, в общем, ребята, кто еще не играл в эту игру, кто даже не знал о ее существовании,
теперь вы будете знать, что это за игра, и обязательно качайте. Она бесплатна в Стиме, можете играть с друзьями свободно, вот. Я был знаком еще с ней, как только она вышла в 2013 году, мне ее брат посоветовал. Но тогда она мне не понравилась, потому что тогда она нереально лагала, сейчас уже как-то более-менее можно играть. Плюс, ну, как-то не то было. Я сейчас зашел, как-то она по-другому чувствуется. Меньше лагов, во-первых, больше пушек. И, по-моему, исправили что-то там с валютой, и она подешевле стала. Вот, то есть стало интереснее играть. Ну и, конечно же, новые карты и все остальное. Так, нельзя подвести ребят, потому что сейчас они со мной тут сидят, и я за рулем. Вот, в общем, если вам понравятся выпуски по этой игре, ну, понравится первый выпуск, то я обязательно запишу и второй, и третий. Где я буду уже не один играть, а там, не знаю, ну, с Лестером там или еще с кем-то. Может, с подписчиками катанем пару раз. Сразу говорю, в этой игре не один только этот режим. Может, есть еще Deathmatch, есть там какие-то другие режимы. Я играл только вот именно вот в этот режим и Deathmatch. Остальные я не знаю. Так, ой. Ну, ёб твою мать. Мы же красные, ребята. Гнать надо быстрее. Сука, по встречке! А! С вождением у меня проблемы в этой игре. Ну, вы поймите, ребята, что первый раз играю. Так, едут. Давайте я приторможу. Все. А, подождите, он по другой полосе. Поехали! Гасим. О! Так. Так, чувака застрелил. Я сейчас, знаете, затараню просто его. Ну, сука. О! Ух ты! Охренеть, честно, я не ожидал этого от этой игры. Сейчас вот этот вот режим с тачками, он стал более-менее нормальным. И даблкил я, кстати, сделал. Не лагает, раньше там были такие лаги, когда едешь в машине, там прям, знаете, как будто фризы какие-то. Сейчас все нормально, мне это очень нравится. Хочу быть пассажиром. Хотя... ребята, вы надоели говорить? Давайте потише. Сейчас еще немножко. Ребят, если слишком тихо игру сделал, или было до этого громко, уж извиняйте, первый раз пишу. Там уж разберемся, как сделать. Не знаю, можно ли сделать вид от третьего лица, когда едешь в машине. У меня 180 патрон. Охренеть. Ой. Мне интересно, а если вылезть в окно, и когда он будет ехать возле края, меня, наверное, расхерачит. Просто снесет. Так. Ой. Да кто так ездит? You noob! Такой я. You noob. Здесь, кстати, общий этот. Как у него ник? Dex Tiger. Dex Tiger noob. Ну, в общем, запомните, ребята. Потом обязательно поиграю на русских серверах. Думаю, там тоже будет довольно-таки весело. Плюс русский чат это всегда мамку ебал. Папки, привет. Ёб твою мать! Что сейчас было вообще? Еще один! С РПГ шмаляет! Я его убил, отлично. Броник. На F забирается. Охренеть, вот это был замес, конечно. Все. Подождите, я трипл килл сделал? Да, не охренеть, трипл килл от Рязана. Так, в тачке со мной Гавана 2883 и Hellcat. С аватаркой Данте, молодого, по-моему, и с каким-то белым тигром. Ну, эй. Ёб твою, как? Подождите, а ты тут что забыл вообще? Гнида. Поехали, в общем. Охренеть, вот это начало. Поехали, я, блин, запоздал, конечно. Ну, почему-то водилы не было, он куда-то вылез. Или его убил террор, но я... Я отомстил. Мне не нравится в этой игре, скажу сразу, стрельба. Как-то непривычно. Конечно, я, может, просто привык к Country или Call of Duty. Здесь своя физика.
Вот. Стрелять, в принципе, легко, но как-то вот эта вот отдача, это, конечно, что-то жопа какая-то. Так, мы почти приехали. Блин, там уже... По встречке! Ну, блин, ну, похер. Блин, сейчас проиграем, наверное. Ребята, опа! Гранатку. Гранатку, я не знаю, на что гранатку. Меня убили. Lost. А почему меня кинуло в другую команду? Я был вообще, ну, понятно, все, баланс какой-то дурацкий сделан. Я играл с самого начала за ту тиму, меня перекинуло. Ну, спасибо, что еще сказать. Поехали, поехали, поехали. Ну я назад перейду, я не хочу, блин. Сервак взял, кинул меня в другую тиму, за которую я вообще не играл. Кого ты там сбил? Цивилиана какого-то. Давай, гони. Ну кто так? Господи. Hello, ну ты рак. Так и он так и должно быть или что? Что он так криво ездит? Блин, вот РПГ это классная тема. Жалко, что у меня ее нет. Сейчас бы с РПГ я зарядил. Знаете, мне это чем-то напоминает какой-нибудь Call of Duty Modern Warfare 1. Помните там последняя миссия, когда они ездили на машине? Сука, как же лагает. Да остановись ты. Ой, ладно. Так и не понял, на что гранаты, надо будет в управлении посмотреть. Вообще обычно на G в нормальных шутерах. Как же он лагано едет, чувак. Спасибо, мы проиграли. Я хочу вернуться в свою команду. У меня, кстати, больше всего киллов на серве. А, нет, там у одного парня тоже 9. Давайте. Сейчас. А, все. И мы проиграли, главное. Ну, охрененно. Вы все видели сами. Я играл за одну команду. Мы их вообще раскатывали легкую. Какие-то... Блин, мусочка классная, кстати. Какие-то петушки ливнули, меня перекинуло, и мне засчитали поражение. Ну, охрененно. Ну, ладно. Swap Team, блин. Я в этой команде был. С ежиком, я помню. Давайте, я не знаю, в принципе... А, вот, все. Теперь все в этой. Нет! Я хочу с ними. Вот так, давайте, ребята. Вот, 4... Что они... Не... Вот, все, народ залетает. Давайте, ладно, поехали. Но я хочу с ежиком. Как-то могли бы баланс сделать, чтобы если вот половина. Ну вот, сейчас сколько нас тут? 5 на 5, да? А, нельзя было менять. Почему-то это реализовано. Как-то странно. Ну что, ребята, еще? Еще каточку давайте. Та же мапа. Ну классно, классно, мне очень нравится. Играфон, кстати, довольно-таки симпатичный. Хотя, понятное дело, тут... Так. Текстурки-то... Говно. Но пойдет, пойдет. Играть можно. Лучше, чем Warface, на самом деле. Уж поверьте. Так, что там у нас? Ждем других игроков. Пишет чувак, говорит, типа... Чёртовы калькуляторы. Играю на калькуляторах, да. Так, все. I'm ready. Сака 47. Не зря я его сегодня купил. Я хочу себе гранатку какую-нибудь. Поехали, ребята. Посмотрим, какая у нас здесь тима попалась. Здесь нормальные ребятки. Сейчас я за КТ играю.
Ух ты, ну куда ты? Кто так ездит, господи? Чувак, не подводи дружбанов. Вертолет еще, я не знаю, можно ли в вертолете. И что он вообще делает? А, что у меня, патроны кончились? Давай, 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 давай. А я вылезу, пожалуй. Не знаю, на что гранату, сука. А у меня ее, наверное, и нет. Надо покупать было. Ох, хорошо, хедшот. Хедшот еще один. Вертолет вражеский, походу. Так. А, во, что я взял? Походу я с дипломатом. А, едва! Сука! Зажали! Бросим дипломат. Блин, ну, ребята, я старался, меня убили. Один остался. Блин, троих убил. Как это... Да, Тима Донная попалась. Но я старался, я пытался тащить. Блин, может мне заводил? Давайте я заводил. Потому что какие-то... Рассчитывать на этих американцев вообще... Это не очень. Так. Поехали. Хоть я и сам не лучше. Да, блин, я не лучше. Блин, я мирного жителя убил. Стреляйте, ребята, давайте. Гоним, гоним, гоним. Я не знаю, что это, хилочка, наверное. На дороге валяется. Или патроны. Ладно, едем, едем, не останавливаемся. Я в машине дипломата. Блин, как же здесь машину сложно управлять. Машины сложно управлять на самом деле, потому что... Блин, немножко... А, немножко тяжело. Развязка нам уже известная. Приезжаем на место и тут просто нереальный замес. Я старался, еще двоих или троих убил. Ну, блин, что такое? А, да, двоих опять. Открытое достижение. First promotion. Что бы это значило, не знаю. Ну, еще раз заводило. Играл бы я на русском сервере, я бы постарался как-то их подбодрить, но что-то прям... Ребят, давайте, нормально. VIP, ты едешь? Ой, у нас прям тут замес начался. Ох! Охренеть. Так, двоих убил. А, и мы выиграли. Охренеть. Контрам надо просто убить всех теров, даже не обязательно доезжать докуда-то. В принципе, что мы сейчас и сделали, они нас прижали на базе, но мы такие, не, ребятушки. Давайте-ка повоюем. Рязан, как всегда, затащил, понятное дело. Давайте еще раз здесь замес устроим, не? Ну, поехали, поехали, раз решили покататься, давайте. Куда ты врезаешься в випа? А, не, они решили первыми, первыми туда приехать, чтобы нас там подождать.
Блин, классный режим, мне очень понравился. Обязательно еще поиграю. Ну, от вас будет зависеть, буду ли я снимать. Если вам понравилось, обязательно закомментите, поставьте лайк, и тогда я обязательно еще поиграю в эту игру. А что нам? Да, финалка здесь. Возле заправки. Оу! Что это было? Блин, я проверял, взорвется ли. Нет, не взорвалось. Зря я так как это называется, когда зажимаешь. Ну, в общем, зажима начал херачить. Надо было очередью. Так, хорош, хорош, паря. Вот этот вот затащил я по хопу, давайте. Вот, наконец-то в тиме нормальный игрок, 8-2. Даже по HP меня обогнал. 5 уровня, он у меня 2 уровень. Видите, я новичок. И то уже играю получше некоторых. Ну чё, поехали? VIP. Ох! Слепу кинули, да ладно. Вот это вот, конечно, да, дезориентация серьезная произошла. Много времени потеряли. Давай, 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 поехали. Гоу, 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 гоу. Ох ты! Как я его классно снял. Так, вот они. Прямо сошлись. Финалка. Я выскакиваю с машины. И тут же взрыв. Блин, да это покруче мультиплеера Watch Dogs. Согласитесь. Ха. Блин, вот этот парень тащит. Красава вообще. Не, вот друзья попробую добавить, может с ним поиграть. Да, там говорят, типа, водить не умеете, раки. Раки, кто вам игру позволил поставить? Кстати, по голосам я заметил, что, ну, по крайней мере, в Америке. Ну, такие взрослые играют ребята. Да кто так? Вот сейчас нас реально тут расстреляют, просто-напросто. Я вылезу, помогу парням. Ой, меня не сбей. Вау! Зря я так выскочил. Думал вернусь от машины, но... Не-не-не, опасно, опасно так выскакивать на дорогу. В общем, продолжаю мысль по голосам. Играют такие взрослые ребята. Пока что играл только на американском сервере. Американском лобби, здесь делятся по лобби. Лобби, собственно, это регионы. Там вот Америка, видел, была Европа. И русский был, не знаю, в других регионах по какому возрасту делятся люди, ну вы понимаете, о чем я там, может в русском там одни школьники играют, но как-нибудь зайдем, посмотрим, если там все-таки будут нормально играть, не будут сейчас засирать, то поиграем и на русском сервере. Чико Бьёка заработал достижение Road Rage. Дорожная ярость. Блин, вот вертолет, кстати, классно летает. Блин, вот небо классное в игре. И блин, мне графон нравится очень. И тачки классные. Это за этим! Говорят, что новая батла Battlefield Hardline, который... как поняли, будет посвящен войне полицейских и бандитов. Говорили, типа, смесь ПД, батлы, GTA. Так вот, Tactical Intermission вышел пораньше. Вот. И это смесь КС, не знаю, тоже GTA, ПД, наверное. Такие вот дела. Просто движок, конечно, не тот. А представляете, эту игру
на каком-нибудь Frostbite 3 или CryEngine 3 вообще будет огонь. Так, Чока-бёка, ну ты, конечно, дорожную ярость. Как ты ее вообще получил? Я вижу, как ты ездишь. Так. Дроу. Что бы это значило? Типа не успели по времени? И получается, мы выиграли. 3-2. Четвертый этап в первом раунде. Это что сейчас произошло? Что за шум? Ох, сейчас классно снял чувака. Он выпал. А, его убили. Я там даже по кому-то попал. Видели? Кровь пошла, когда в стекло стрельнул. Давайте, едь на точку. Так, вертолет там сбрасывает патроны. Думаю, пора выходить. Да, припаркую машину. Сейчас я тоже замучу кое-что. Во! Видали, как я сделал? Так. Отлично, мы тут забаррикадировались. Так, где бы нам засесть, я даже не знаю. Наверное, сюда попробую залезть. Ну что, едьте, давайте. Что-то они прям плетутся, что они там так долго? Господи, кто там за рулем? Охо-хо! Ну кто там стоял? Чё, Кобиока, ты чё? Всё. Выиграли. Так, уже начинаю разбираться в этой игре. Это круто. Так. Раунд второй. А, здесь по раундам идет и шаг, типа стейдж, это, или этап это. Понятно, все понятно. Чувака забыли! Ты придурки, блин. Ну, кто так, сука, Чока-бёка? Ну, господи, я с этим оленем еду. Чувствую, сейчас он меня привезет, блин. Что ты сигналишь? Ух ты, у меня кнопочка Е заела. Ты понимаешь, что ты забыл твоих наших? Да, это твоя вина. Тебе, кстати, в голову прилетело. А, ты говоришь, типа, стрелять? Ну, давай, постреляю. Чока-бёка, блин. Давай, гони. Я здесь выскочу. Так, доставить кейс к вертолету. Хм. Тут с дробовиком паря. Опасный. Блин, у меня кейс, надо как-то его. А, все, мы выиграли. Всех убили. Блин, у человека убил, это 64-1. Я в шоке. Так. Пятый этап. Еще 4 раунда, значит, осталось.
моей машине Мунбэй Бейтон. Это с аватаркой из Лимбо. Игра Лимбо. Классная игра. Кто не играл, обязательно поиграйте. Я ее прошел. Мне очень понравилось. Ну и плюс она дешевая в стиме. Так, давайте, едем. В общем, как я понял, примерно однокатка, ну то есть одна карта длится приблизительно минут 15. Занимает по времени. Ну, чуть-чуть больше. Вот. И у меня к вам вопрос, как делить? За один выпуск одна карточка или может две? Комментики напишите тоже. Ах, сука, вот эта позиция моя не очень надежная была. Вот он же стоит. Все, отлично, убили. А! Как? Как мы проиграли? Наверное, подождите, что-то там с этим Patch Cage, ну то есть с грузом случилось. Донесли все-таки, да. Чё-ка белка с недоделанным СиДжеем навки, давай. Ну опять ты двоих за... Ёб твою мать, ты что? Меня, да ёб твою! Тихо, ты придурок! Эй! Ой, тут замес устроили. Алёша. Куда уехал? Давайте меня захватить. Стой. Все, поехали. А почему нам показывается в другую сторону? Они едут туда. Это непонятно. Все, убили. Отлично. Так, садимся за руль, у нас теперь две машины. А ты куда прёшь? Вы видели это? Так, по стрелочке зря... О, господи, что за лаги? Блин, у меня машина вся покоцана, управление... Управление сбилось. Ребята, они уже уехали, мы сейчас проиграем. Вот, вы хотели узнать, каким будет Battlefield Hardline. В общем, представьте, что вот сейчас я играю в Battlefield Hardline только с графоном. Вот, примерно таким новая батла и будет. Такой. Ну, плюс разрушение. А я что, один остался, что ли? Мне интересно, если время кончится, они выиграют или мы. Ай! Черт, сухарик! Что ты забыл? Сухарик, ты что здесь забыл? Сухарик, блять. Так, ну что, скоро финал. Блин, так и проиграть можно. Ну, видите, что здесь все зависит как бы и от команды, что надо как-то более-менее действовать грамотно и командно. Но с такими, как Чока Виока, когда он забывает несколько теров на базе, как-то... Блин, не круто. Куда вы поехали? А, здесь можно объехать, ага.
Ну подожди, не едь. Нет, я так не попаду, надо поближе. Смысла стрелять не вижу, далеко мы находимся. Ну сейчас, ох ты, проскочил, да ладно. Вот сейчас теперь можно пострелять. Лазим. Ай-яй-яй-яй-яй, Сауга. Так, еще один остался. Чё, Кобиока? Ну ты один. Затащишь? Нет, не затащит. Сухарик. Сухарик. Давайте, короче. Подождите, сухарик и Вову Полег. Вову Полег. Полег, чес. Можешь к русским перейти? Ладно, финальный раунд. Реально финальный и реально решающий. По стату я, конечно, немножко скатился вниз, но приемлемый. И нормально убил, и вроде как не нафидел. А вот остальные ребята сомнительные. Плюс сухарик зашел, русский, и полегче. Возможно, ребятки вместе играют, они начали, видите, как-то командно действовать и начали тащить. Вот, мне тоже нужна команда в эту игру. Если вы решите, чтобы я еще пару раз записал, то надо будет собрать народ. Ой, что я... Ёб твою мать, вот это я затупил. Нажал F вместо E. На финальном раунде. Ну, господи. Ладно. Нормально. Я хочу последить, допустим, за Фениксом. Ты сейчас, чувак, взорвешься, вылазь. Это припарковался просто, мастер. Паркуюсь где хочу. Ну уже. Ах, все. Ах. Не знаю, дали мне какие-нибудь очки за это или нет. А, ну, уровень, наверное, поднялся. В общем, Tactical Interface. Invasion, как это правильно читается. Классная игра, Leaf Room. Intervation. Видите, сервы. Не сказал бы, что в эту игру очень много народу играет, но так, если чисто батла надоела, контра надоела, Клодис надоела, то в принципе... Неплохая игрушка на пару вечеров. Донатить тут особо смысла не вижу. Да и донатить тут особо и нужды нет. У меня было перед началом этой катки, по-моему, 53 GP. Сейчас 57. То есть я поднял за одну карту где-то 4000. 4000, если АК стоит 1500. То есть вы понимаете, что... Даже три карты вы сыграете, вам уже хватит на калаш, на какие-нибудь гранатки, на броню, и вообще нормально, донатить не придется. Вот. В общем, ребята, спасибо, что смотрели, с вами был Рязан. Это был мой первый раз в Tactical Intervention. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подпишитесь на мою страничку ВКонтакте, vk.com/RizanX, и... напишите в комментарии, делать ли выпуски по этой игре. Вот. Давайте всем удачки, а я пошел спать в 7 утра. Увидимся в следующем выпуске, если он будет.